Всем привет! Надеюсь, вам понравится сегодняшнее видео. Думаю, многие из вас любят лошадей. Приятного всем просмотра. Вот это все моя конюшня. Ну вот здесь вот отдельно жеребята, потому что, на них еще не ездят. А вот это, вы сами видите. Так. Я вам назову всех моих лошадей. Вот. Это мой новичок. Раньше это была девочка, но я ее переименовала. Теперь это мальчик. Его зовут Карнаж. А вот это вот Венера. Это мальчик. Это мой самый первый конь, но он продавался вместе с вот этим вот. Так же, как и Карнаж с вот этой вот кобылкой. Теперь показываю моих кобыл. Именно на тех, которых катаются. Вот, это Рафи. Она вот так вот мило выглядит. Если что, это не коллекция. Это такая коллекция, она в детском мире продается. Вот это вот Элли. Это девочка. Я ее обожаю, но мне нравятся и, все мои коняшки. Ну и вот, это Цезарь, мой любимый конь. Он такой красивый. Мне он очень нравится, это мой самый первый. Он продавался вместе с Венерой. Это вся моя конюшня. Надеюсь, вам понравится. Точнее, понравилось. Конюшня взрослых уже, на тех, которых катаются. Это, малыши там живут. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. Всем пока!